До ткацтва логотипа Могилева приступили народные майстры в области. Над панно, помер якого 2 на 3 метры, будут працевать 10 ремесников. Проект «С гонором да тебе, Любы Могилев» презентуют подчас святкования юбилею города. Логотип Могилева вышивка на полотне. Перш як почать ткацтва пано, треба зробить эскиз невеликого померу, тлумачить майстры, как потым на великой работе не допустить помылки. Как в вышивке мы считаем каждый крестик, каждый ряд, так и здесь мы будем считать каждый ряд. Ткацкий малюнок крыху будет отрозниваться колером от затверженного логотипу. На гэты рамесники отрымали специальный дозвол. Есть утвержденный логотип, но в панно, конечно, это не будет смотреться именно, будет сильно плоско. И кое-какие оттеночки красного, от темного к светлому, и не так, что не сильно светлое, но такие вот. Оттеночки белого, где-то, допустим, чисто белые, где-то там молочно-белые. Видите, белого тоже много оттенков. Буквально уже на ваших глазах наша уважаемая мастер по ткачеству осуществляет подготовительные работы по ткачеству этого панно. 22 марта уже состоится областной семинар по ткачеству. Именно с целью последующей реализации этого творческого проекта в нем примут участие лучшие мастера декоративно-прикладного искусства по ткачеству. У проекте «С гонором до тебе, Люба Могилев» примут удел 10 лепших народных майстров по ткацтву. Мы так само вырашили, что коли мы у нас есть такие уже в опыт, как плетение пояса великого у Беларуси самого, чему мы не можем сделать разом с своими коллегами, народными умельцами Могилевщины, пано. Пано будут ткать у областным центра народной творчести на трех стародавних станках. Майстрицы из разных районов в области будут специально приезжать для этого у Могилев. Татьяна Сергейчик, Александр Тарасов, новини региона.